Такая стою, смотрю на продукты, думаю, блин. Даже и не знаю. Продукты покупаю обычные, какие вот необходимые. В принципе, как одно и то же. По ценам одинаково пока продукты. Ну, на некоторые чуть повышаются, где-то со скидочкой. Что сегодня купила? Из мяса. Бедро с кожей. Кило 130 граммов, 192 рубля. Яйца вот такой категории, 74 рубля. Из молочки кефир 60 рублей у нас, молоко 59. Взяла 3 банки сайры, закупаемся сайрой. Пока у нас она по 130 рублей, поэтому берем. Она никогда лишняя не будет, то в салатик иногда вечерком что-то не хочется готовить. Быстро открыл баночку и слопал, очень вкусно. Одна из самых лучших консервов, которая мне нравится. Хлеб 400 граммов, 36 рублей. Я уже показывала, что вот такой покупаем, пока нормально. Что интересно, вот, знаете, брала разные хлебы. Сначала вот берешь хлеб, нравится, нравится, покупаешь, покупаешь его. Проходит какое-то время, ну вообще становится невкусный. Переходишь, другой начинаешь искать. Другого сорта берешь, покупаешь, покупаешь, ешь, ешь, опять он становится невкусный. И так вот много раз, и постоянно хлеб меняешь. Нету такого, чтобы вот как один взял и надолго. Не знаю, с чем это связано. Либо ингредиенты уже меняют другие или чего. В общем, как-то вот так. А самой печь тоже надоедает. И так хватает. Масло подсолнечное, рафинированное. Вот такое взяла. Написано без ГМО. Премиум. Класс. Ну, по цене была скидка за 99 рублей. Взяла на пробу. У меня закончилось уже масло. Кофе. Мне написали, что слишком, как бы, цена низкая. 220, наверное, по скидке. Нет, скидки нету. 250 граммов, такая цена, 220 рублей. Гречку 82. Я как захожу в магазин, что-нибудь подкупаю, либо лапшички пачку, либо гречки, крупы какой-нибудь, понемножку, чтобы у меня вот так продукты разом не заканчивались, а что-то вот немножко взяла, поставила, и как бы нету такого, раз, нету ничего. Я не люблю, я вообще как бы, ну, чтобы был хотя бы небольшой запас в продуктах, самых необходимых, круп там, соли, сахар. Сладости для радости. Белочку купила. 162 рубля. 200 граммов. И зефир. Как-то я давненько брала зефир. Мне понравился. Да, по-моему, вкусный это вот Антоновка. Состав посмотрела. Там как бы яблочное пюре. Но даже, видите, по цвету. Зеленое вкрапление. Мягенький. Вот так. За все про все. 1600 с хвостиком. Ну, вот такие продукты. Сравнивайте с вашими ценами в ваших регионах. Как-то так у нас. Пока. Пока так. Зефир съела я вчера. Оказался вкусным. Захотелось мне поесть зелени с капустой. Но капусту не купила. Ее морковкой заменила. Что хочу сейчас сказать. Цены у нас просто класс. Еще купила мандарины. Марокканские они. Переводим на рубли. Килограмм стоит 179 рублей. Морковка стоит 39 рублей. Сколько стоит зелень, я не знаю. Цена не написана, так дела. Всем желаю мира, счастья и добра. Пока!